Всем привет! Сегодня у нас 14 августа. Время без 15:05. Мы приехали на утку. Открытие на утку у нас сегодня. Так, открытие, значит, 21-го. Ну, с собакой. Сядь! На неделю раньше. Пришли, утка была. Взлетела, ушла. Сейчас вот был один налет. Вот идет. Тихо, не шевелись. Пай, пойдем мы с Ванькой в тот конец сходим. Там, наверное, никого нету, они, видишь, там сидят все. Ну да, мы там постоим, а ты тут стой. Они сейчас оттуда сюда, туда будут летать. Выходи. Наверх пошли. Не понял. Ну да, заправь в сапоги. Давай сюда. Молодец. Молодец. Уйди. Уйди. Сынок, иди сюда. Иди сюда. Сюда в куст. Садись. Нельзя. Сядь. Что-то больше нет ничего, да? Можно солдатик? А на солдатском тоже сынок нет. Были? Потом еще раз были.
Ну бери утку. Пойдем туда к деду потихонечку. Потом домой? Ну, посмотрим, наверное. Видишь, что-то нету. Может, по пути кого-нибудь встретим? Может, и встретим по пути кого-нибудь. Кто? Ты к деду побежал? Ай? Не понял? Ну да. У тебя черочек, да? Дай, дай, фу, дай. Потом сюда вот, после этого выстрела, еще три, почти на троих. Я вот одного лёпнул. А это пытался подошёл. Да? Молодой. Сразу подошел он, а это, они сидят. Только прицелился, они взлетать начинают. Ну хлопнул, смотри, один упал. И ныряет вроде, больше не стал стрелять, пошел этого добирать. А там нифига, там раз до трех к нему подойдет, потрепит его и назад. Потрепит и назад. Вот. На. Че, поехали щипать? Это деду, а это нам, да? Это вам. Да, вон машина стоит.